Так, а это наши арбузы. Вот они, значит, какие получились. Сажали мы их рассадой. Это дыня. Сажали рассадой. Посмотрим, что получится. Немножко так я примульчировал. Будем этой осенью запасаться уж соломой. Вот. В этом году я попробовал первый раз. Посмотрим, что у нас из этого получится. Вот, тут даже есть маленький арбузик. Уже начинают. Я немножечко кустов посадил. Половина дыни, половина арбузов. Вот такие вот. Вот дыни пышные уже получились. Мы ее, значит, прикармливали. Значит, я делал лунки. Засыпал туда песок, чтобы почва была рыхлой. Значит, залом, перегной, обычный чернозем. Все это перемешивал, проливал водой и вот сажал вот эту вот рассаду. Значит, периодически поливаю, накрывать я ничего не накрывал. Вот как есть, вот днем, правда, на солнце это все. Поэтому, наверное, листва жидковатые. В принципе, дыни, наверное, только пошли в рост. Вот теперь картошка. Картошку я также таким способом посадил. Точно таким же. Также зола, перегной, песок. Выкапал большие лунки, посадил вот эту вот картошку. Посмотрим. Вот у нас как бы общая. Общая картошка, стандартная. Которая обычная посадка. А это я посадил немножко необычно. Прикормил ее разными способами. И, значит, мы посмотрим. Будет ли от этого какой-то эффект? Будет ли она плодовитей? Будет ли ее больше? Посмотрим. Если понравится такой метод, допустим, будем еще пробовать. Значит, что у нас тут дальше? Ну, это у нас тут чеснок, лук. Вот идем, что я еще сажал. Так, это у нас тыквы. Ну, какие тыквы большие выросли. Посадил я черенки ивы. Думал, она погибнет. Оказывается, ничего. Вот один сухой. Их всего 4 я посадил эти. И вот самый центральный принялся. Вроде начали почки распускаться. Вот начал расти. Возможно, будет плакучая ива. Посадил я еще елочку. Но елочка, наверное, к сожалению, погибнет у нас. Что-то я с ней не так сделал. Я еще изучал информацию. Наверное, ошибся с ней. Ну ничего, будем потом пробовать еще.